Родина, Россия, край, где мы родились и живем. Это наш общий большой дом. Наша Родина, Россия, большая великая страна. Долины и горы, леса и степи, реки и моря, города и деревни, теплые края и холодные – это наша страна, наша Родина. Родина – это и тропинка с бродом через ручей, и птицы, летящие над домом, это большие города и деревеньки в 10 домов. А еще Родина подобна огромному дереву, на котором каждый листик – это вклад людей в процветание страны. Но каждое дерево имеет корни. Корни – это то, чем мы жили вчера, год назад, 100 000 лет назад. Это наша история. 12 декабря – знаменательная дата для России. Это день Конституции Российской Федерации, которая была принята всенародным голосованием в 1993 году, именно в этот день. Это праздник – замечательный повод задуматься о себе, о нас, о нашей жизни в нашей замечательной стране России. День Конституции Российской Федерации – это не просто официальный праздник, но и памятный день принятия документа, благодаря которому сегодня мы с гордостью называем себя россиянами. Можем трудиться и мечтать, жить свободно и справедливо. Наша страна велика и прекрасна. Можно путешествовать по ней долгие годы, и все равно останется немало потаенных уголков, каждый из которых один такой на свете. А мир, порядок, стабильность и равность прав на наших просторах гарантирует Конституция Российской Федерации, день которой мы отмечаем 12 декабря.